Остановка площади Восстания пустует. Теперь все переместились выше, на улицу 1905 года и ждут транспорт у точки общепита. Остановки здесь нет. Однако автобусы подбирают и высаживают пассажиров именно тут. А вы автобус ждете здесь? Да. А откуда узнали, что здесь остановка? Люди стоят. Я стою. Настоящая остановка скрылась за углом на улице Соликамской у так называемого райского сада. Узнавать об этом люди должны, очевидно, из вот таких маленьких объявлений, но их просто не замечают. Объявление, по которому ясно, что остановка сейчас находится у райского сада, висит уже с утра, но, как вы сами можете наблюдать, автобусы до сих пор здесь останавливаются, ну и люди заходят и выходят из него. Ситуацию с утра пытался исправить начальник Пермской дирекции дорожного движения. Лично он, что называется, на пальцах объяснял каждому водителю, где тому должно останавливаться. Посылал в нужном направлении пассажиров. Сейчас этот вопрос как раз решается, то есть информируют дополнительно водителей о том, что остановка находится за поворотом около райского сада. И вот сейчас около половины, может быть, даже побольше водителей уже в курсе. Начальник дирекции по-прежнему уверен, что движение здесь должно нормализоваться через несколько дней. И все так же считает, что в дополнительных информационных знаках нет нужды. Дополнительных знаков особо не вижу смысла. Еще принято решение, сегодня ночью будут демонтированы искусственные неровности, чтобы не снижать скорость движения транспорта. А старые знаки, они не вводят в заблуждение, вот, которые висят в поворот? Ну вот их тоже будут снимать с растяжки, чтобы старые знаки не противоречили новой схеме. Вот только непонятно, почему это не сделали заранее. Так же, как и не выставили патрули ГИБДД, появление которых здесь обещано к вечеру. Ведь давно известно, что болезнь проще предотвратить, чем потом бороться с ее последствиями. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.